Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивва Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушихи Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджаша Бадани Лакшмир Джасача Бхакшаси Ясястиде Самбит Вам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Мотир на Кришне Парто Шатоба Митхо випадде то грихо вратанам Адант говир вишатам тамисрам Пунаха пуна чарвито чарбананам Мотир на кишне парто шатоба Митхо випадде то грихо вратанам Адант говир вишатам тамисрам Пунаха пуна чарвито чарбананам. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, Сила Бхакти Сиддханта Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, нет ничего постоянного в этом мире, нет никакого постоянности нашего тела, у нас нет гарантии, что мы будем жить даже 100 лет. В любое время, в любой момент мы можем оставить этот материальный мир. И перед тем, как оставить этот материальный мир, мы должны подготовиться, чтобы пройти этот последний экзамен, последнюю проверку. Мы должны подготовиться к этому. И также мы должны подготовиться перед тем, как оставить это тело. Это самый главный экзамен в нашей жизни, самая главная проверка. И это очень научно. И к чему мы должны готовиться? Мы должны готовиться к тому, как мы должны чувствовать, что этот материальный мир, он не вечен, что у нас нет никакой связи ни с кем ни в этом мире, ни с кем и ни с чем. У нас есть единственная связь с тем Верховным Господом. И мы должны быть посвящены лотосным стопам Верховного Господа. Верховный Господь, значит, Нанданандан Бхагаван Шри Кришна Парад Паракилешвар. Бесчисленные вселенные Брахманды, они происходят по Его милости. Может, кто-то может спросить, почему этот материальный мир, он был сотворен. Какова причина? Разве недостаточно трансцендентного мира? Если был только этот трансцендентный мир, то все души дживы были бы в этом трансцендентном мире. А какой толк создавать этот материальный мир? Верховный Господь, он имеет такое игривое настроение. Почему Верховный Господь сотворил этот материальный мир для нас, для тех обусловленных душ? Верховный Господь сотворил этот мир, чтобы
мы попали сюда, наслаждались чем-то, хотя знаю, что мы знаем, что это все материальные наслаждения, но кто может их оставить? Можете ли вы показать единственный пример в этом материальном мире? Кто не привязан или избегает материального наслаждения? И вот в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит: и вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: о Арджуна, те, кто по-настоящему разумны, они не стремятся к наслаждениям чувств, поскольку наслаждение чувств в итоге оно принесет нам проблемы, мы окажемся в аду. В Гите ясно Бхагаван Шри Кришна говорит: вначале, когда мы пытаемся наслаждаться, это выглядит как нектар. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: то наслаждение, которое сначала выглядит прекрасным, подобно нектару, но последствия его плачевные, мы попадем в какие-то адские условия, и это зовется материальным наслаждением. А то, что мы совершаем баджан, если мы совершаем настоящий баджан, то мы должны страдать от чего-то. Ну, имеется в виду вставать рано утром, совершать харибаджан, совершать парикрамы, пытаться контролировать наши органы чувств, нашу еду, наши желания. Все мы должны делать под руководством чистых гуру и вайшнавов. И вот под руководством чистых гуру вайшнавов мы должны совершать наш баджан, поскольку если мы не будем следовать гуру вайшнавам, то нет никакой гарантии, надежды даже, что мы сможем достичь успеха в нашем баджане. И вот мы должны, а мы часто всю жизнь погружены в какие-то материальные наслаждения и не заинтересованы в баджане. Но в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится: и вот путешествуя по всем этим 14 мирам, так или иначе, по милости гуру вайшнавов, можно обрести какую-то милость, и тогда можно изменить наше умонастроение и наше сердце, поскольку так или иначе, если мы встретимся с чистым гуру и вайшнавами, их нектарная харикатха изменит наше сердце полностью и даст нам чувство, что что-то есть кроме этого материального мира. Эти материалисты, они не верят, что есть что-то кроме этого материального мира. Их девиз «Есть, пей, наслаждайся». Это их девиз жизни, материальной жизни. Это их такой девиз. И они понимают, даже не верят ни в какую дхарму. Только артха и кама их интересуют. И вот эти четыре цели, к которым стремятся все обусловленные души, дхарма, артха, кама, мокша. Может, у нас есть какая-то дхарма, поскольку у нас есть тело, то а те, кто находится в теле, то они, особенно в человеческом теле, и животные, например, они движимы их естественными инстинктами, а люди, если они тоже следуют примеру животных, то какая разница между человеком и животным?
какова же главная разница между животным и человеком. И поэтому Васиштха Муни говорит, что он говорит. И вот что же говорит Васиштха Муни? Кама, ахар, нидра, вот эти слова он говорит. И вот Васиштха Муни говорит, ахар, животные тоже едят, и мы едим. Как они спят, так и мы спим. Только единственная разница, что животные спят в своих норах, а мы в своих квартирах или домах. Как животные боятся чего-то, так и мы тоже боимся. И как и животные совокупляются, так и люди тоже наслаждаются этим. И таким образом весь мир очарован. И есть некая сеть. То есть вот, имеется в виду майя, влияние майи. Никто не может осознать и понять, что, кто мы на самом деле. Кто мы на самом деле, это главный вопрос. И вот смотрите. Если мы все люди, у нас были бы такие же качества, как у животных, то какова разница? Конечно, разница какая-то есть, поскольку животные не могут опуститься до того уровня, до которого могут опуститься люди. И вот деградация человечности очень опасна. Люди могут опуститься на такой уровень, что животные не могут опуститься на этот уровень. В этом разница. И вот Васиштха Муни говорит, что у них есть свой интеллект, они могут отличать что-то плохое от хорошего, но все же, если люди будут следовать животным, то ничего хорошего в этом нет. У людей есть разум, они могут различать между хорошим и плохим. И вот если они все потеряют, то случится деградация человечности. Сегодня особый день, вы знаете. 25 декабря, этот Крисмас в этом местном календаре, это достаточно важный день. И вот Иисус Христос был вайшнавом, но не все понимают это. Я вынужден говорить об этом. Он был хорошим вайшнавом, но никто не мог понять, тилака не было у него, мало тоже. Шрила Бхактивинода Тхакур, когда он работал этим губернатором, люди тоже не видели ни мало, ни тилака, у него не было времени ставить, и многие не понимали, хотя он говорил прекрасную харикатху, но внешних признаков вайшнава у него не было. И некоторые сомневались. И вот однажды один Бабаджи Махарадж не понял и сказал людям, чтобы они не сходили к Бхактивинода Тхакуру, он не вайшнав. Что толку ходить слушать его лекции, хотя Бхактивинода Тхакур был сам осознавший себя душой, но этот Бабаджи не понял этого. Но потом, вот из-за этого оскорбления он потерял свою силу в Ваджане.
И этот Бабджи очень обеспокоился, и он понял, что это из-за его оскорбления, и он пошел к Шили Бхактивинода Такура и попросил прощения у его лотосных стоп. И Бхактивинода Такура засмеялся и сказал: «О, Бабаджи Махарадж, до сих пор я не получил посвящение, поэтому не ношу Канхималы и Тилаки. Шрила Бхактивинода Такура, он вечный спутник Верховного Господа, как и Шрила Прабхупад». Вот Махарадж говорит о стандартных, идеальных вещах, не получив настоящее посвящение у лотосных стоп садхгуру, кто может поклоняться шалаграму, никто не позволен. Если мы не получили посвящение должным образом, то у нас нет права поклоняться шалаграму. Но Шрила Прабхупад, после того, как получил харинам, Шрила Бхактивинода Такура дал ему указание, чтобы он поклонялся Курме. И вот он, вечный спутник Верховного Господа. И вот Шрила Бхактивинода Такура, он также вечный спутник Верховного Господа. И все время он говорил непрерывно харикатху. И в тот день я говорил: источник, откуда непрерывно исходит апракрита харикатха, он, несомненно, Гурудев, может, он не действует как гуру сейчас, но будьте уверены, он настоящий гуру. Тот источник, из которого исходит непрерывный апракрита шабда брама, трансцендентный звук, будьте уверены, что он гуру. И вот сейчас кто-то думает, что у кого-то нет тилаки или канхимал, то он не вайшнав. Если я буду говорить одно за одним о великолепных примерах, вы поймете. В Рамануджа Сампрадай был шатакоп какой-то. Никто не знал, что он великий саду. Или то, что Куреш, он великий вайшнав. Никто не понимал этого. И вот этот Шатако, у него не было ни тилака, но вскоре выяснилось, он лучший из преданных его Сампада и Рамананджа, и тилак мала, или джапа мала, это не признак того, что кто-то вайшнав. Это не главный признак, а главный признак – это насколько мы посвятили себя Верховному Господу. И это главное. И вот у Иисуса мы не можем найти ни тилака, ни мала. Вот есть Сваруп Лакшана и Татастха Лакшана – это главные и второстепенные признаки. И вот Сваруп Лакшан значит те признаки, которые уже врожденные признаки Сваруп Лакшан. Сваруп Лакшан значит признаки. Которую уже можно найти в каком-то объекте. А Татастха Лакшан – это то, что мы получаем впоследствии. Вторичные признаки. И вот аюрведические доктора, они… Чтобы определить нашу болезнь, они используют эти формулы. И вот таким образом, как можно сказать, что Иисус был вайшнавом? Я вынужден говорить это, я докажу это, что Он был вайшнавом, поскольку можно вспомнить, когда сейчас вернусь к главной теме,
вот в Дживататве. И вот можно вспомнить, Махарадж сказал, что Харидас Такур, его били на 22 базарных площадях. Он Намачарья. Его избили на 22 базарных площадях. И вот эти палачи, они били его и по приказанию этого местного царька. Но Харидас Такур, он всегда молился Верховному Господу, что они не знают, что они делают, и «О Господь, прости их и сделай что-то для их блага». И вот та шлока, с которой Махарадж начал, это шлока Прохлады Махараджа. Аданту говер вишатам тавишрам, панаха панаха шарвита чавара. I can come to the point. So you see, и вот смотрите, та сила в Харидас Такуре, что он может просить у блага за всех живых существ в этом мире. И вот он есть настоящий вайшнав, который молится о благе всех бесчисленных живых существ в этом мире. Вайшнав не тот, кто находит недостатки в других. Прямо или косвенно мы должны чувствовать это. Шрила Прабхупад говорит, у нас должно всегда быть чувство, что весь мир совершает какой-то баджан, а у нас нет способности, и это чувство Парамахамсы, и поэтому он может говорить Харикатху. И поэтому возможно, что трансцендентный звук Апракрита Шабда Брахмана может исходить из его лотосных уст, поскольку у него есть такое чувство смирения. И вот мы должны повторять харинамы и говорить харикатху, но перед этим мы должны обрести качества, которые способствуют этому. Сваруп Гасай, лучший из Гаудия Вайшнавов, он проверит нас. И если Сваруп Гасай не скажет, что мы вайшнавы, то мы не станем вайшнавами. Сваруп Гасай, он может проверить, подобно тому, как ювелиры имеют особый камень. Если им потерять золото, то он определяет, насколько чисто это золото. Каштипату называется. All goldsmiths form, we can go and find. They have smaller things, especially available in India. They, if you try to sell one gold piece, they can rub, they can check, oh, this much gold. They can understand. So, first of all, и вот в начале всего, Сваруп Гасай, если Сваруп Гасай, он даст нам, скажет, что он даст нам сертификат о том, что мы вайшнав, то это будет настоящим доказательством. Если какой-то чистый вайшнав, он скажет о том, что мы достигли уровня вайшнава, то это есть то доказательство, это подобно мирной какой-то мере.
ярдстиков. Это имеется в виду какой-то линейки, с помощью которой можно получить доказательство того, что мы достигли этого уровня. Если кто-то из чистых вайшнавов признает нас вайшнавами, и вот то терпение, то смирение. Кунти Деви, она молится Господу, чтобы Он посылал ей бесчисленные проблемы. А почему? Вот Махарадж иногда шлоку произносит не из Бхагаватам, из другого шастра, вот эту. О Господь, великая опасность только в том, что мы можем забыть Тебя, и нет ничего более опасного, чем забвение у Тебя. You cannot make any friendship with these material people, only with Guru Vishnu. If you make friendship Мы не должны стремиться к дружбе с какими-то материальными людьми, мы должны стремиться к дружбе с Гуру Вайшнавами. Иначе эта майя, она может прийти к нам в различных формах. Майя, она всегда приходит к нам с настроением служения, и мы не должны принимать такое служение от майи. И вот то терпение, то эта милость не может быть без качества вайшнава, поэтому так математически можно доказать, что Иисус был вайшнавом, как Харидас Такуру. Его избили на 22 базарных площадях, но я думаю, когда Иисуса тоже распяли, это более было, ну, по крайней мере, не менее болезненно, чем то наказание, которое дали Харидас Такуру. Во всем мире нельзя найти ни единого преданного, ни единой души, которая может быть молиться Верховному Господу о благе таких людей, которые наказывают его. Эта молитва возможна только в случае вайшнава, а никаких других людей. Только самосознающая душа, она может молиться об этом, только тот, кто имеет прямую связь с Верховным Господом. Я думаю, когда его распинали, то его чувства были, я уверен, что его чувства были с Верховным Господом, согласно вот согласно этим их писаниям, когда они распинали Иисуса, то его чувство, то его чувства находились с Верховным Господом, и поэтому он молился о благе своих палачей, и это возможно только для вайшнава такая молитва, и поэтому я уверен в этом. И вот мы приходим к тому, что мы некоторые хотят избавиться от связи с Верховным Господом, но на самом деле нет никакого пути, через который можно избавиться от нашей вечной связи с Верховным Господом. Это невозможно, подобно тому, как мы находимся в чреве матери.
и кто-то может говорить, что хочет избавиться от всякой связи с матерью, но будучи в ее чреве, как он это сделает? And you are shouting, "I don't like to keep any relation. I like to cut your police, the idiot number one." То есть это глупо со стороны этого ребенка. Мать, она кормит ребенка, заботится о нем. Этот ребенок находится в матери, в чреве матери. И как он может избавиться от всякой связи с Господом? И также мы, у нас есть вечная связь с Верховным Господом. И нет никакого пути, как избавиться от этой связи. Кто-то следует какому-то христианству, кто-то следует какому-то иудаизму, буддизму или еще чему-то. Но это все временные дармы, не вечные дармы. Нельзя найти никакого времени, когда Шабда Брама, она этот трансцендентный звук снизошел в этот материальный мир. Нельзя. То есть, если посмотреть, когда Библия или Коран появились, то они определились, появились в какое-то определенное время, но вечная Шабда Брамана вечно существовала здесь. У нас есть такая вечная связь с Верховным Господом, но мы не можем избавиться, и у нас нет права избавиться от этой связи, вечной связи с Верховным Господом. И это практически невозможно. Это невозможно. Мы не можем избавиться от нашей связи с Верховным Господом. Какие-то люди, они связывают себя отношениями с какими-то обществами и таким образом запутываются в этом материальном мире. И вот Кришна Бхагаван говорит Удаве, о Удав, кто по-настоящему разумен. Кришна говорит, он разумен, кто получил это нестабильное тело, временное тело, но он стремится к вечности, он стремится обнаружить и развивать свои вечные отношения с Верховным Господом, он посвящает себя этому Верховному Господу, чтобы открыть свою вечную связь с Верховным Господом, как открытие, вот как Колумб, например, Америку открыл, но она уже была, он ее просто открыл для себя. А инновация — это то, что изобрели, то, что раньше не было. Например, кто-то открыл какое-то лекарство от рака, но это уже было, его просто открыли. Вот какой-то мальчик, 12 лет, Махарадж был в маленький еще был все. Вот какой-то российский мальчик в газетах писали. Вот он, этот какой-то мальчик, 12-летний, предсказал, что из угля можно делать лекарство от рака. И вот все есть. Все болезни, все различные болезни, все и лекарства от этих болезней, они уже есть в этом мире. Исследование заключается в открытии всех этих связей. И вот Верховный Господь, он не глуп. И он сотворил ribonucleic
So Supreme Lord is less intelligent than you. Eh? That's why he is, you know, foolish to make one. И вот Верховный Господь, Он сотворил все в этой Вселенной, во всей природе. И по-настоящему разумные люди, когда видят это творение Господа, то можно видеть и восхищаться разумом и гениальностью Творца. Дарвин, он открыл 80... этих 80 лаков различных живых существ. А когда он умирал, он сказал, что всю жизнь он посвятил, ну, сказал, что моя жизнь, она испорчена. За всю свою жизнь я не мог получить вкус к жизни. Но за свою жизнь он открыл 80 этих лаков, 80 по 100 тысяч, это сколько, 8 миллионов или около того. Ну, есть 84. Лак живых существ, а он только часть открыл из них, обнаружил точнее. В шастрах это уже описано было до него, что он открыл, уже в Падмапуране это все описывалось за тысячи лет до его открытия, что есть 84 лака живых существ. Как мы определяем, что эти деревья, растения, они имеют жизнь? Вот Джагадиш Чандра Бос, местный этот ученый, обнаружил это тоже. Также эти камни и горы и холмы, они тоже живые, они просто в таком состоянии находятся из-за их кармы, из-за их действий они получили такое рождение, как камни и всякие прочие неподвижные живые существа. Весь этот мир, он полон душ. Подобно тому, как и вирусы, и бактерии везде есть. Такие души, она везде присутствует, но мы слепы и не можем видеть. Атма, она везде присутствует, но мы не можем видеть Дживатма, согласно последствиям своей кармы, она путешествует по этим всем мирам и рождается в определенном теле, чтобы наслаждаться или страдать от результатов своей кармы, поскольку без материального тела нельзя избавиться от последствий своей кармы. Если у нас осталась какая-то несожженная карма с прошлой жизни, шастра как считается, наши текущие действия, они могут дать какой-то результат, а наши действия с нашей прошлой жизни, они тоже несут какие-то результаты. И так это все накапливается, и мы в соответствии с этим, чтобы искупить нашу карму, мы получаем какое-то тело. И вот как это, как в случае с сложным процентом, такие
как карма наша похожим образом накапливается, и мы вынуждены получать последствия этой кармы. И вот без этого материального тела мы не можем избавиться от нашей кармы. И поэтому мы вынуждены рождаться и получать эту карму. И вот мы очень разумны, что мы пытаемся развить отношения с какими-то материальными людьми, но у нас на самом деле нет никакой связи с этим материальным миром и этими материальными людьми. Единственное, что у нас есть наша вечная связь с Верховным Господом. Но мы пытаемся как-то избавиться от этой связи. Как это сделать? Это невозможно, поскольку Параматма, сверхдуша, с Дживатмой, нашей душой, Параматма, сверхдуша, она там же находится, подобно свидетелю. И в любой форме жизни это Дживатма перемещается вместе с Параматмой. Если она рождается в следующем рождении, то Параматма также там находится. Вот как Джагадиш Чандра Бош, он открыл, что деревья тоже живые, но в шастрах это сказано задолго до него было. И вот сейчас, согласно вот этой шлоке, Kiminam Rudra Sankakaha, Trinshat Lakshani Kosavaha, Chatur Lakshani Manavaha. И вот в этой шлоке говорится, сколько видов различных живых существ. Вот из них людей 4 лака, 400 тысяч. И вот Джаладжа Навалакшани, значит 9 лаков, 900 тысяч тех, кто в воде живут, водоплавающих. И вот и таким образом перечисляются 20 там других, потом всяких этих Экадаши Рудра. Потом, ну, вот так, в общем, перечисляется, кого сколько. Этих червеобразных, их 11 лаков, миллион сто. And Chatur Lakshani Manava. Now you can add and find out the calculated number is 64. 84 different kind of species. Life after life, you're leaving this body and taking another body. Leaving this body and there is no respite. Continuously, you are leaving this body, taking another body. Leaving this body, taking another body. Эти обычные души, они рождаются, умирают и скитаются по этим 8 миллионам 400 тысячам формах жизни. Они скитаются по всем этим формам жизни. И вот, но как перестать скитаться по этим формам жизни только тогда, когда у нас есть бхакти, есть преданность, когда мы
сможем посвятить себя полностью лотосным стопам Верховного Господа, и это будет такая... И тогда наша жизнь будет последней, мы не должны рисковать и рождаться еще раз. Кто-то, например, всегда откладывает все на следующую жизнь, но Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что нам не нужно ждать, если мы достаточно искренне и если у нас достаточно искренности и нет никакого лицемерия. Лицемерие, оно не позволено на пути Бхаджана. Вот как в случае с Иисусом, он сказал, что один из его учеников предаст его, продаст его. И вот таким образом они, ну, он, в общем, предал его, потом его распяли и опять родился. Не родился, но это про Иисуса говорит, что после его распятия он явился в каком-то тонком теле своим ученикам. И вот еще есть книга такая «Потерянная жизнь Иисуса». То есть там рассказывается, что вот 25 лет, по-моему, или около того, он в Индии был. И вот 84 лака живых существ, хотя количество душ бесчисленно, и но мы не можем видеть их, а можем видеть души только тогда, когда они принимают рождение в каком-то теле. И вот так они... So again and again, you will have to take birth. No, no respite. И вот они так рождаются, умирают, и как же спастись от этого непрекращающегося цикла рождения и смерти? Если мы хотим остановиться, то я обещаю вам, что эта жизнь может быть нашей последней жизни, но если вы обретете милость от Гуру и Вайшнава, один пример с каким-то бревном, если оно в океане так плавает под влиянием океанских течений, и вот она долгое время может так плавать по океану. И так или иначе, через 10 там, лет может куда-то доплыть, где-то прибиться волнами. И таким образом мы должны понять, что наша душа подобна этому бревну, которое плавает в океане Майи долгое время, без бесконечности, и нет никакого пути избавиться. Но если мы в один день по нашей великой удаче встретимся с Гуру Вайшнавами, то тогда Гуру Вайшнавы, они могут спасти нас из этого океана Майи. Верховный Господь, Он бесконечен. Его Майя, она тоже бесконечна. Его материальная майя, она также бесконечна. И как Господь бесконечен, так и его майя, как материальная, так и духовная, та йога майя, они тоже бесконечны. Я могу привести пример, как дживатма появилась.
Верховный Господь, Он вечен, и Дживатма также вечна. А когда Дживатма появилась из Татастра Шакти, кто-то спрашивает, это глупый вопрос, поскольку невозможно посчитать, поэтому это непостижимо. Если можно было бы посчитать, то как можно было бы сказать, что... И поэтому это непостижимо. И мы должны помнить это, что если мы потеряем связь с Анантадевом, мы должны помнить это, не забывать, если мы потеряем нашу связь с Анантадевом, то тогда мы потеряемся в этом бесконечном мире, кто сможет найти нас, где наши родители и прочие родственники. Если мы потеряемся, то невозможно найтись в дальнейшем. Но согласно Сиддханте, Гуру Вайшнавы никогда не позволят нам потеряться. Это... И вот если мы обретем связь с Гуру Вайшнавами, может, не в этой жизни, мы не готовы совершать совершенный баджан, то в следующей жизни или последующей, или еще, или через тысячу жизней после этого. Гуру Вайшнавы, они спасут нас, они вытащат нас из этого океана Майи на Вайкунтху. Это такая особая возможность. Мы не должны пытаться потеряться в Майе. Это великолепная возможность, которую мы обретаем. Кто может сказать, что мы, у нас будет какая-то другая возможность? Поскольку те, кто совершает оскорбление под именем Харибаджана, кто-то совершает оскорбление Гуру Вайшнавам, Бхагавана, Шастре, святым именам Харикатхе, то из-за таких оскорблений они только деградируют и опускаются все ниже и ниже. So Brahmanda Brahmita Kuno Bhagavan Jim Guru Krishna Prasada Pai Bhakti Lata. Try to catch that Kripa. Мы должны пытаться поймать эту милость всей своей преданностью. Мы должны пытаться обрести милость от Гуру Вайшнавов. Мы должны повторять Харинам и плакать, молиться о милости, чтобы Господь спас нас. Если мы не получим милость, то мы не сможем найти никого, кто более падший, чем мы. И вот согласно на санскрите, вот на санскрите вот это переводится как что, если мы должны молиться Господу таким образом, что мы самые падшие из всех живых существ, и поэтому это самый такой достойный объект для милости. Иначе как ты можешь еще проявить свою такую огромную беспричинную милость? И вот последний раз Махарадж говорил, что без милости Гуру Вайшнавов никто не может обрести милость Сварупшакти. Сварупшакти значит внутренняя энергия. Сварупшакти значит бхакти. Никто не может обрести этот нектар бхакти. Бхакти — это нектар. И вот Бхагаван Си Кришна говорит: что такое амрита? Амрита значит преданность моим лотосным стопам, Кришна говорит. Мои, вот, значит, это седьмой падеж. Карак, 7th.
На санскрите имеется в виду. И вот, нет никакой настоящей амриты в этом мире. И кто-то может сказать, что полубоги, они наслаждаются какой-то амритой, но это материальная амрита, и она не может помочь им достичь вечности. И вот согласно карме, может через сотню рождений Кришна может дать нам возможность стать Индрой. Кто может сказать, но нет никакой гарантии. И следующий Индра, кто? Пост Индры, кто занимает? Actually, Bali Maharaj is going to take the post of Indra. So там, this way actually, вот он Индра становится. И вот таким образом, бесконечность, so, она бесконечна. И если мы потеряем нашу связь с Анантадевом, то тогда мы упадем. Me and mine. This room is my room. This is my будем захвачены какой-то корыстью. Если мы потеряем нашу связь с Анантадевом, то тогда мы можем опуститься до того уровня, на котором мы будем очень ограничены этим эгоизмом. И так и останемся в этом материальном мире, а если мы будем совершать баджан и воспевать святые имена, то тогда мы найдем, что у нас есть связь с Анантадевом. Если мы обретем связь с Анантадевом, то естественным образом Анантадев, пребывающий в нашем сердце Джаганнат Кришна, он тоже явится в нашем сердце до тех пор, пока мы не призовем Анантадева в наше сердце, и пока он не явится в нашем сердце до тех пор, нет никакой надежды, что Нанданадан Шри Кришна или Джаганнатха не явится в нашем сердце. И вот любая опасность, которая приходит в нашу жизнь, это не опасность. Самая большая опасность в том, что мы можем забыть Верховного Господа, забыть нашу вечную связь с Ним. Как я вот в прошлый раз приводил пример, что если отец потерял сына, сына отца, может, они 20 лет не виделись, но связь их такая родственная связь, то что отец не забыл, что он отец, а сын, соответственно, не забыл, что он сын этого отца. И также можем потерять Кришну, но нашу связь с Кришной мы не потеряем, и поэтому говорится «Дживе Свавапахой, Кришна Нитядас». То есть наше отношение служения с Кришной мы не потеряем, но Кришну можем потерять. И вот осознанно или неосознанно бесчисленные души, у них есть вечная связь с Кришной. И если мы встретимся с Гуру Вайшнавами, то тогда мы обретем бхакти. И вот дживатма, она не может обрести бхакти как-то. Я уже сказал, что у Кришны есть бхакти. И вот дживатма, когда она обретает преданность лотосным стопам Кришны, Кришны, это называется преданность. И Кришна, когда он обретает преданность лотосным стопам преданного, то это называется тоже преданностью. И вот если все дживатмы, они исходят из Кришны, Татасу Шакти, то хорошо.
Я уже говорил о том, что Татхаста Шакти, она не прямо находится в Кришне. Это, в этом главная проблема. Татхаста Шакти, она не находится в Кришне непосредственно. Но если Татхаста Шакти у нее есть связь с Кришной, но без Дживатма, я могу пример привести из того, что говорил Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур Баладеви Бушан Вишвана Чакравати одно за одним. Я приведу пример, имейте терпение, слушайте и пытайтесь осознать. И вот бесчисленные дживатмы, у них есть связь с Верховным Господом, нет сомнений никаких, никто не может опровергнуть это. И их дарма, она одна едина, это, она называется Бхагавад-дарма. Хотя сейчас они следуют какой-то, может, христианской или буддистской дарме. Но в будущем они осознают, что их вечная дарма – это Бхагавад-дарма. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом хорошо до какого-то уровня. Кто-то может что-то осознать, поскольку если вам нужно забраться наверх, то можно сначала первый этаж пройти и так по ступенькам. Второй, третий этаж, четвертый, пятый. И так мы можем на крышу забраться. Шрила Бхактивинода Тхакур пример приводит. По крайней мере, если кто-то движется, то уже хорошо. Кто-то на первом этаже, кто-то на пятом или десятом. И в следующей жизни они могут на следующий этаж перейти. И так постепенно они могут возвыситься до самого верха и обнаружить себя вайшнавами. А сколько времени займет, это уже другой вопрос. Сварупдхарма – это… И вот Нарайан Махарадж, точнее в Мадхе Нарайан Махараджа в Пуре. I cannot speak this way. He is American, you know, Vaishnav, he is German Vaishnav. No. Vaishnav being Vaishnav. So, и вот Махараджа, ну, говорил, что вайшнава, не заговорил, еще кто-то американский вайшнав, кто-то там индийский, кто-то российский, кто-то еще какой-то. Харикатха, если я говорю харикатху без какого-то личной корысти, то сидя на вьясасане и касаясь тулуци, я обещаю, что моя харикатха, она принесет вам благо, может, в этой жизни, может, в следующей, но я гарантирую вам, что она принесет вам благо. И вот бесчисленные души, они забывают их вечную связь с Кришной, и поэтому они не понимают, что они вечные слуги Кришны. Кришна значит Нарайана также. И вот наивысший лимит Парататтвы называется Парататтва. И если скажу Кришна, то это имеется в виду, что вся Вишну-таттва в нем находится уже. Но без Вишну-таттвы невозможно говорить ни о каких полубогах. Это запрещено, поскольку Вишну-таттва – это единственная таттва, которая может дать вам освобождение. Без Вишну-таттвы никто не может обрести освобождение. Без Вишну-таттвы никто не может получить освобождение. Кто-то может спорить со мной, что вот Каши Маранат Мукти, например, в Шива Пуране говорится, что те, кто умирают в Каши, они обретают Мукти. Но нет.
Каши Маранат Мукти — это, конечно, да, но как постепенно, постепенное освобождение. Человек получает возможность освобождения, а не такое непосредственное освобождение. В Варанаси Шанкар Бхагаван, когда мы умираем, то Шанкар, он сам произнесет Харинам Махамантру в наше ухо. Это обещание Шанкара. Это Тарак Брахма Махамантра, он произносит, и поэтому в следующей жизни можно обрести более высокое рождение и постепенно так достичь освобождения. Шукар Кшетри, там на железнодорожной станции шлока красивое написано. И что за шлока? Если вы вот это... Вот это написано, Гаям. Сейчас Стале Мукти. Если мы умираем в Гае, то вы обретете освобождение, но постепенно. Гаям ча Стале Мукти. В Варанаси, если мы оставляем тело в воде или на земле, это мы получим освобождение мукти. Шукари, значит Шукар Кшетра, вместо Варахадева. И вот на земле, в пространстве, в воде, где бы вы ни... То есть это... И вот в таких местах, если мы оставляем тело, то получаем возможность такого постепенного освобождения. At my last moment, please Prabhu arrange so that Jamaduta can cannot come and show me fear. Jam darasana dikhave. This way requesting. Ultimately praying with Radharani, if I can see your lotus feet, like Haridas Thakur speaking. Prabhu, I think you are, I'm sure that you are going to И вот когда Харидас Такур, он осознал, что Махапрабху скоро уходит, он попросил, чтобы не видел этой лилы ухода из Чайтаньи Махапрабху. Он пожелал, чтобы оставить тело перед Шри Чайтаньей Махапрабху, чтобы видеть твой лотосный лик. И Харидас Такур сказал, что я хочу держать твои лотосные стопы на своей груди и в этот момент оставить тело. И это моя молитва. И сейчас это зависит от тебя, исполнить ее или нет. Поскольку ты Верховный Господь. И в последний момент, когда мы оставляем тело, если мы будем помнить лотосные стопы Нитьянанды Гаурагададхары, Рады Говинды, то какое огромное благо мы обретем в своей жизни. И обретем возможность совершать вечное служение, но это не шутки. Если у нас есть какие-то желания в нашей жизни, то что мы сможем сделать? И можно забыть, что есть... Можно...
Мы должны помнить только лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. И это наша молитва. И вот. Баранасиам мукти. Окей. Каси Маранат мукти. Я ready. Окей. Я also going to confess, but not a matter of cheat. Nobody can give мукти. Никто не может обрести мукти. Кроме. No, big problem. So. Ну, так имеется в виду сразу. И вот Гуру Вайшнавы, они могут дать нам такую силу, если мы искренни, и у нас нет никакого лицемерия в нашем сердце, и тогда мы обретем эту возможность. Гуру Вайшнавы дадут нам, они по своей милости. Если мы оставляем тело, мы сможем по милости Гуру Вайшнава сразу достичь духовного мира. И вот Джива Сварупа, она определена или нет, постоянно или непостоянно, многие спорят на эту тему. И мы тоже вынуждены говорить об этом. И вот смотрите. Дживатма, она путешествует бесчисленное число времени, и какие-то один преданный со Словении спросил Дживатма, они производятся, сотворяются или нет. Вот человек сомневался, если Дживатма вечна, то как можно сказать, что новые души всегда производятся? Если душа вечна, их бесконечное число, и дживатма, она бесконечна, но она также вечна, и как мы уже говорить о новых сотворяющихся душах, только тогда, когда дживатма, она рождается в каком-то определенном теле, то это тело сотворяется, когда или рождается в теле тигра, или слона, или женщины или мужчины, то тогда можно видеть эту душу, иначе они невидимы. И также исследование идет, как человек может стать невидимым. И там в 90% случаев, имеется в виду успех какого-то, достигли в этом исследовании. Your vision, there is the retina. Retina you have? Retina, by the power of sunlight or light, can get in contact with that object. And there is, you know, seven color. That shot reflecting bottom view card. И вот у нас есть сейчас сетчатка, и она, используется вот в процессе зрения. И almost successful. И, в общем, эти ученые как-то в своем исследовании практически достигли успеха, чтобы что объекты какие-то невидимые были. И смотрите, дживатмы, они, когда они не получили тело, они невидимы. Также невидимы из-за своего из-за своего малого размера. И также Гунат Алаквад, о том, что дживатмы, они подобны тому, если Шабда Брахма Кришна, то дживатмы тоже есть какое-то такое звуковое часть этой Шабда Брахмы. И вот я могу доказать, что из творения, оно
И вот ученые, они тоже приходят к выводу, что все творение из звука произошло, и в Бхагаватам то же самое говорится. И бесчисленные души, они есть, но никто не может сказать, что какие-то новые дживатмы, они производятся. Дживатмы, они вечны, души вечны, татаса шакти. Оно это татаса шакти, оно переносится в дживатма шакти, и все дживы, они вечны. И суть в том, что в тот день мы вот спрашиваем, и я вынужден ответить, что без служения Садгуру мы не можем осознать, что такое наша душа, мы не можем осознать этого. И это осознание, оно может затронуть наше сердце только тогда, и тогда, когда мы будем служить Гуру Вайшнавам должным образом. И в тот день я уже говорил о Памане. Он обрел Брахма-гьяну, но все же, когда пришел Гурудеву, Гурудев сказал: «Гурудев, я должен слушать». Гурудев сказал, что ваши глаза могут, по вашим глазам я вижу, что вы уже обрели Брахма-гьяну. Он сказал: «Гурудев, не говорите это, я должен еще раз услышать». А почему? Поскольку через Гуру Севу я хочу обрести прямое чувство этой татвы, которую я осознал в лесу. И, пожалуйста, пролейте милость на меня о Брахма-татве. Я хочу узнать этой Брахма-татве, я хочу служить вам и обрести прямое чувство. И вот Гурудев начал говорить о этой татве, и Упамания обрел такое прямое чувство. Прямое осознание, и это может явиться в нашей жизни только тогда, когда мы служим самосознавшей себя душе. И вот служить самосознавшей себя душе значит... И вот в этом киртане Нитайера Чарана Сати Тахара Савака Нитья Нарутам Такур говорит, что это стопы Нитянанды, они вечны, и те, кто находится в лотосных стоп Нитянанды, они тоже вечны. Мы должны совершать киртаны. Если мы будем совершать киртан, то тогда мы осознаем, как и что я говорю. И вот как это возможно для дживатмы обрести преданность, поскольку есть возможность. Но бхакти амриту, амрита бхакти, значит, это милость сварупшакти. Без милости крипы сварупшакти, внутренней энергии, дживатма не может быть стабильной. И поэтому они так путешествуют, скитаются по различным формам жизни. Но когда дживатма обретает милость, то тогда я вот могу доказать это научно. Bhagavat, past log and many slog you speak from Bhagavatam. Now, today you are speaking just opposite. Yanma dasto yato anmayani itarashyata savika sarad tene savika sarad. Just so, savika sarad, savika means is knowing everything. И вот savika значит... Savika. Nobody need... Никто не говорит Господу, но имеется в виду Савиги, значит, всезнающий. Господь сам автоматически узнает Сарад. Следующее, значит, тот, никто не может контролировать Верховного Господа, Он повелитель бесчисленных миров. Через эти бесчисленные миры никто не может контролировать Верховного Господа, и поэтому Сарад. И вот здесь говорится, что бхакти мы можем обрести от преданных, от преданного,
но это не противоречие на самом деле. Махарадж в дальнейшем объяснит, Адвайта Гьян-таттва, она научна, настолько научна, настолько сладка, настолько прекрасна, насколько гармонична, и что мы можем сомневаться в этом. Адвайта Гьян-таттва, она внешняя. Можно видеть, что Кришна, Он Верховный Господь. И как Кришна плачет о чем-то. Верховный Господь, Он как Он может плакать о чем-то? Разве это возможно? Или Верховный Господь голоден, например? И вот если мы не накормим Кришну, то вот, ну, так, в смысле, вот Кришна, когда Яшода не накормила его, Кришна разгневался, разбил все горшки с маслом. И вот Кришна может являть различные такие настроения. Нет никакого кама в Кришне. Кришна, Он Верховный Господь. В Бхагаватам много шлок об этом. Никто не может Кришну поместить в такое положение, что Он может привлечься кем-то. Кришна, Он совершает расалилу с тысячей гупи, но Кришна, Он беспристрастен, и эти все такие видимые противоречия, они могут прийти в гармонию великолепным образом. Если мы будем говорить об Адвайта Гьян-таттве и это ее великолепие, и вот и я в следующий раз смогу научно доказать, что как это возможно, что бхакти нету, но возможность обретения бхакти есть. И вот Адвайта Гьян-таттва, как хотя говорится, что Кришна никогда не контролирует никем, но вот как Савиги Сарат, но вот в следующей шлоке говорится, что Кришна, он повелевается гур и вайшнавами. Ну вот самая главная опасность, то, что забыть Верховного Господа, и Иисус хотел нас об этом предупредить. Any question? No? First January also I can speak, I think. I can try. First January. She's asking. Вот вопрос. Иисус, Он умер ради нас, чтобы забрать все наши грехи. Вот в смысле за человечество. И вот суть в том, что Гурупад Падма, те, кто настоящие гуру вайшнавы, что такое дикша? Вот определение дикши. Иисус тоже имел способность благодаря своему баджану избавить нас от всех грехов. Но если вы глупы, что после этого мы опять можем грехи совершать, то это неправильно, но эти всякие люди по-другому говорят. В следующий раз Махарадж историю расскажет из Библии.
Because there is the prayer, like our Father in heaven, and heaven, actually, heaven, this term you are using. И вот небеса. Heaven is unstable place. Это heaven is unstable place. Нестабильное. Those who stay in heaven. Как место. Те, кто живут на небесах, они тоже страдают. На райских планетах имеется в виду. В течение калпы это разрушается. Но я хочу организовать место для вас, которое зовется Вайкунтха. Вайкунтха, там, где нет никаких беспокойств. Вайкунтха. И не только Вайкунтха, значит, Голока тоже Вайкунтха. Это такое общее определение, то место, с которого мы уже не пойдем. В Библии нет никакой гарантии, что если Иисус говорит, что если в рай попадем, то можем, нет гарантии, что не пойдем оттуда. И также какие-то райские планеты, мы попадаем туда благодаря нашему благочестию. Когда благочестие закончится, то мы пойдем оттуда, подобно тому, если мы живем в каком-то пятизвездочном отеле, если у нас деньги кончатся, нас выгонят оттуда и не позволит больше находиться. И в небесах такая же система. Мы зарабатываем какое-то сукрити здесь, в этом мире, и благодаря этому сукрити находимся на райских планетах, а потом, когда наше сукрити, эквивалент денег, заканчивается, мы падаем. When you cut your pious activities, then you have to fall down. Follow. Heaven is not stable place, unstable place. It is my request to you. Это моя просьба вам, пытайтесь понять, что я не. I'm not at all going to misguide you. 100% you try to believe me. In this prayer also he said that your will shall be happen. There and here. So then the question is, what is the free will? Because it's about free will. I can discuss. Вопрос о свободной воле. Krishna is Sarat. Krishna having super excellent ultimate free will. Even Balaram cannot say. У Кришны есть такая абсолютно свободная воля. Это свободная воля только у Кришны есть. Даже Баларам, у него нет такой свободной воли только у Кришны. И Дживатма, у нее тоже есть какая-то свободная воля, но она очень там мала. И она нестабильна, поэтому что-то влияет на эту ее волю.